Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! Не так давно Ксения Собчак стала ведущей шоу «Док Ток» на Первом канале. Чтобы оказаться в кадре, гламурной блондинке пришлось преодолеть препятствия. Программа «Док Ток» появилась на Первом канале не так давно. Она идет поздно вечером. Ее ведущие, Александр Гордон и Ксения Собчак, постоянно чередуются. В каждом выпуске появляется то один, то вторая. В передаче поднимаются самые значимые и острые вопросы общественного характера. В шоу редакция Собчак рассказала о том, что программа должна была выйти еще несколько лет назад. Идея передачи появилась в 2012 году, причем речь шла о другом канале. Однако тогда Ксения заинтересовалась политикой и даже решила баллотироваться на пост президента страны. Недавно гламурная блондинка вернулась к старой идее и предложила ее генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Мысль ему понравилась. Увидев пилотную версию, он принял решение выпускать программу. Были отсняты промо-ролики, те самые, где Собчак запечатлена в наполненной мыльной водой ванне, с указанием времени выхода. А когда Ксения поехала на съемки, ей поступил звонок. Продюсер попросил не приезжать. Программа так и не вышла в эфир. Пауза растянулась на несколько месяцев. В откровенном интервью скандально известная телеведущая дала понять, что ее просто убрали с первой кнопки. Якобы она знает, кто это сделал. И тут начал действовать Эрнст. Благодаря своему влиянию ему удалось отстоять проект, и Собчак все же появилась в кадре. Телеведущая пояснила, почему для нее было так важно сняться на Первом канале. Ей хочется расширять для зрителей границы, особенно для людей, которые в принципе не являются ее целевой аудиторией. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.